Всех приветствую, с вами интернет-магазин Antilife.com.ua. Перед вами модель под названием iNew V3. Это знаменитый бюджетный смартфон с очень тонким корпусом. Корпус сделан в стиле Huawei P6 с кучей наворотов, NFC, OTG, IPS, OGS. То есть смартфон стоит примерно около $200 в Украине из наличия с гарантией и напичкан по максимуму. Это считается сейчас бюджетный сегмент. Давайте посмотрим, что там внутри. Коробка у нас немножко порвана, обычно открывается он вот так вот, но мы можем открывать и вот так. Значит, смартфон вот он, немножко позже его посмотрим. Давайте рассмотрим его комплектацию. Есть вот такой вот чехол-книжка. Как он работает с телефоном, немножко позже покажу. Есть оригинальная пленка, есть зарядка, USB кабель и гарнитура вакуумная. В основном обзоре вам протестирую и расскажу свои ощущения от этой гарнитуры. Сам смартфон очень тонкий, корпус 6,5 мм. Вот такая вот заюзанная пленка у него с завода идет. Ее можно сразу же снять, чтобы она нам не мусолила глаза. Потому что она действительно плохого качества. Значит, смартфон вот такой вот интересный по дизайну. Дизайн, конечно же, шикарный. Он очень тонкий, 6,5 мм. Модель позаимствовала корпус и дизайн Huawei P6. Но, как сказать... Бюджетный смартфон, он есть бюджетным. То есть по качеству материалов они рядом не стоят. Huawei P6 это там металлический корпус. По толщине как бы может быть они похожи, но по качеству материала совершенно не то. Значит, что здесь есть? Давайте я его включу, пока буду рассказывать. Значит, здесь есть фронтальная камера. Есть динамик, есть датчики приближения, датчики освещения. Снизу у нас три сенсорных кнопки. Это меню «Домой», «Назад». «Домой» кнопочка представлена таким очень интересным диодом. То есть немножко так интересно подсвечивается. С этой грани у нас есть кнопка включения. Она вот такая вот маленькая, кругленькая. Вот эти вот грани, они выполнены из металла, так как... Ну, лично мне, по ощущениям, они немножко холодные по сравнению с этим теплым пластиком. Кнопка. Вот она вот такого интересного дизайна, то есть это смотрится классно. С этой грани есть качелька громкости вверх-вниз. Сверху у нас разъем под наушники USB 2.0 и защелка для вскрытия крышки. Снизу у нас два вот таких вот болтика. Сзади модель имеет 13-мегапиксельную камеру, вспышку, микрофон. Есть надписи iNew, есть другие надписи. Сама крышка матовая, на ней практически не остаются отпечатки пальцев. Ну вот есть такие как бы разводы небольшие и динамик. Сразу же хочу сказать, что этот смартфон, он съемный. Съемный аккумулятор, здесь две сим-карты. Одна сим-карта большая, микросим. Слот под microSD карточку своей памяти, здесь 16 гиг. Аккумулятор здесь на 1830 мАч. В принципе, для HD разрешения довольно-таки неплохо. Экран здесь выполнен по технологии OGS, IPS. То есть экран хороший, но... Я как бы, когда получили эту модель, на нем стояла вот эта вот картинка. Как-то эта картинка так смотрится очень невзрачно. Я поставил другую картинку. Эта картинка смотрится поживее. И углы обзора тут, то есть на уровне. Ну, то есть смартфон за свои деньги, 195-200 баксов в Украине в наличии с гарантией, имеет очень классный дизайн. И напоследок, для распаковки я вам продемонстрирую, как работает этот чехол-книжка. Он оригинальный, он поставляется в комплекте с телефоном. Работает он следующим образом. Есть у него необходимый датчик, который очень удобно работает. То есть, когда мы открываем, смартфон сам загорается. Когда мы закрываем, смартфон уходит в такую темную фазу и очень удобно отображается время для нас. Уровень заряда, уровень аккумулятора, сети и тому подобное. Вот такой вот смартфон. На первый взгляд мне понравилось все. Немножко, конечно, хромает качество корпуса, то есть материалы хотелось бы немножко получше, но в принципе, в целом, за эти деньги с таким набором
технологий с таким набором функций очень даже ничего модель. Как она будет себя вести при тестах GPS, камеры, там, Wi-Fi, Bluetooth, я это все протестю, выложу чуть позже, это будет полноценный обзор. Ну а пока спасибо большое вам за внимание. Всего доброго.